Макс. Ты пронумеровал, нет? Да, я рука. Так, первые две пары бойцов готовятся, парень из бутика. Ты верно. Он дал за прошла в своем виде, рубанул чувака, но не нос и убийца, такой кучи, гламурными шмотками и всякими другими барахлом. 60 килограмм вас один год, залезай. Давай. Попадите ему. Против него, Майкл Бека. Бека, ты где? Бека, ты тоже дрался, одна победа у тебя есть, а? Все, залезай. Бека, ты тоже дрался, попадите ему, дрался в прошлый раз, на турнире. 70 килограмм. Еще раз покажи, брат. Все. Так, что нам рассказать вам? Это сегодня финальный турнир. У нас сегодня 19-22. Два боя, 2-2. Два абсолютно деревенских мужика с бородками. Вот они стоят, дают помахать руками, знаете, золотыми зубами. Просто таких же двух молодых. Плюс два пацана, парни, помахайте руками, вон они, смотрите, в очках. Видите, вот. Просто таких же двух чуваков. Сегодня на трассе шоу, много боев. Сейчас приедет Гена Снайдер, он связка валит на поезде. Да что уже валит такси. Правильно? Ну а мы тогда, чтобы начинать хоть кучку, в первую очередь, конечно, добрый вечер всех, кто сегодня сюда пришел. Все наши друзья, наши дети. Все, кто здесь, все, кто в интернете, все, кто на свет попал. Итак, мы начинаем. Парень, не буду, не бояться.
Оцени. Стоп! Сколько? Помой лицо. Помой лицо. Тоже помой лицо. Подними голову. Выше, надо закрыть. Сейчас ты не уходи, выходи сюда. Глаз закрой, второй дочь. Закрой. Отдышись, не торопись. Макарь пьян. Нормально? Да. Парни готовы? Как он нравится? Спасибо, опять же, Стрелки, микрофон, за эту шикарную возможность.
Сегодня реально просто сильно устал. Да, мне показалось, ты был на грани уже. Вот еще немножко и, может быть, уже выпад сдал, да? Может быть. Ну, такое бывает. Ничего. Смотри, это от нашего представителя в Брянске. У него свой мясной завод. Гена только оттуда. Смотри, сколько мяса нам привезли. Там победы. Что ты приобретаешь? Какую внутри? Шикарно, да? Вот такой вариант. Все испробовал. Все. Ваня, покажем Славе. Он пустит пену изо рта сейчас. А где соперник? Нам пока. Слав! Как? Да. Наш, я присуден. Ребята, Брянского завода, от наших представителей. Колбасы! Рука, щетка, привет! Если это девушка, мне очень нравится. Костей, лучше этой колбасы. Ей будет хорошая, мощная. Сегодня будет романтический вид. Крутая колбаса. Понятно, нравится. Все время. Лиза, привет, я надеюсь, что у нас тобой будет привет. Ну, все, стопались. Если так дело пойдет, ты скоро сам снимешься в кино. Будет круто. Давай микрофон, удачи, пойдем, а то нам самолет еще. Все, спасибо огромное. Тебе спасибо, красавчик. Тебе спасибо, молодец, спасибо. Итак, следующий.